Всем привет! Привет, привет! Друзья, сегодня я за пассажира, жена за суперводителя. Сегодня эксплуатируют женский труд. Да, так как 8 марта еще недалеко, можно эксплуатировать. А то жена забудет, как руль выглядит и где педали находятся. Друзья, мы отправляемся в город. По пути мы встретимся с подписчиками нашими. Привет мы можем передать. И они вам передадут, и мы передадим. Татьяне и Михаилу. Да, да. Мы кое-что везем им в виде подарочка. И встретимся. Надеемся, мы зададим им пару вопросов. Им, потому как они держат хозяйство. Свое небольшое хозяйство, но в городе держат. И вы знаете, ну, зададим мы вопрос, как они выкручиваются, как они. А вы представляете, так... в городе, где впритык дома, впритык друг к другу дома? Да. Это как, вот тяжело или нет вообще держать в городе, даже пусть небольшое хозяйство? Ну, спросим. Ну, вы знаете, мы жили тоже в городе, часть дома у нас была с отдельным входом, и мы держали и кроликов, и кур мы держали. Ну, кролики, они на одном месте, как бы, во дворе. Собака у нас была, и кошка была у нас, кот был у нас. Кот был, да. Такой кот был. Великолепный кот, не передать. Собака была умная у нас, и она очень дружила только с сыном. Он был еще маленький, ему 3 годика было. Кролики, куры были у нас, да, мы держали, нам это очень нравилось. Это мы пробовали, да. Молодые. Еще молодые были мы, да. В то время мы и строились. По 20 с лишним, да, лет. Вот. Но сейчас мы дальше катим в город по делам и вот встретимся с подписчиками. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. И мы вам покажем, с кем мы встречаемся. И они вам привет тоже передадут. Все. Ну, надеемся, Татьяна не постесняется. Да, да, да. Вот. А мы если уже... постесняется, просто спросим, не будем показывать. Спросим, мы уже с ними ответит. Не раз связывались. Они брали у нас хозяйство. Это и индюшек, это и гусей. Маленьких мы тут давали, больших давали. Сегодня небольшой подарочек мы везем. Кстати, это... те подписчики, которые нам подарили замечательный цветок. Орхидейку. Да, орхидейку. Она до сих пор у нас жива. Отцветает. Ну как жива? Ты чего? Она и жива, отцветает уже. Конечно, жива. Жила, мы дальше будем, да, ее лелеять, любить. И поить водичкой обязательно. Так что оставайтесь с нами. Мы поехали дальше. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас мы. Водитель. Соседи не будут ругаться. Что подставить на себя? Я тут рядом. Ладно, ладно, проходи. Да. Ну, спасибо большое. Буду выводить. Да, чтобы вы, да, все. Но у нас они не такие, как продают, как могут. Какая и разница? Быть, но все будут равно будет красавчики. Что-то. Да. Покажу, да, обязательно. Спасибо, да, вам огромное. Знакомимся. Да. Это наша подписчица, уже, да, друзья наши. Однозначно. Да. Вы знаете, да, сколько мы уже встречаемся? Наверное? Да, наверное, раза 4-5. Несколько раз уже, да. 4 точно, да. Да. Так что вот мы хотим задать вопрос, вот живя вы в городе, как вы здесь вот справляетесь с хозяйством? Самое главное – желание. Когда, да, хочешь, то все получится. Да. Уже стоит впереди, ищем дом. А, это в прошлый раз вы говорили. Да, да, поэтому ищем, да, ищем. Ну, в городе все равно тяжеловато. Если не дом, значит, будем строиться. Мы держали курочек, гуляли у нас по улице. Ну, тоже ж впритык дома, впритык были. Ну, это очень, конечно, очень близко все это, маленький, да, участок. Ну, ничего, у нас есть участок. Ну, это начинаем закупаться, но здесь, о, недалеко. Это вообще здорово. Но не знаю, хочется мне все-таки деревню. Деревню? Да, всю жизнь мечтала. Ну, у меня не, да, никогда не было деревни, поэтому, да? Оно того стоит. А я как так что юзаем YouTube, я как декабристка в деревню за мужем. А так, конечно, я скучаю по городу. Я скучаю, ну, по когда в городе деревне что-то есть, и ему, а, деревня, это ж лучше, а, чем нет. Да, вопросик, да, еще тогда. Вот смотря на наше видео, как они вообще, что-то шикарно есть?
познавательные есть, да, конечно. Интересно. Посмотрел, хоп. Просто что-то... у нас много простых зрителей, земляков наших много, но очень мало пишут, потому что люди, я кто-то стесняется. Я уже сегодня посмотрела видео. Да, так что написала. Классные. Спасибо, да, спасибо. Удачи вам в строительстве. Спасибо, вам тоже. А мы, в свою очередь, подготовим вам домик в деревне. У нас есть на примете. Друзья, да, будет. Хороший председательский дом. Так, ну это мы обсудим обязательно. Прямо сейчас. Созвонимся. Однозначно. Да. Все, ну, спасибо большое, да, вам. Конечно, да, тяжеловато. Хорошего вам вывода, да, чтобы все вывелись. Завтра положено. Буду закладывать. Ага. Надеюсь, что все срастет, чтобы все получилось хорошо. Ну, так, что, друзья, встречаемся и с друзьями, с блогерами, и с нашими подписчиками, земляками. Не стесняйтесь, так всегда встречайтесь. Вот Танюшка молодец, не постеснялась, и мы вышли вместе. Ну все, давайте. Ну, удачи, все, вам пока. Тоже. Все. До свидания. Да. Все, спасибо огромное. Все, да. Давайте. Пойду отсюда, не заморозите. Хорошо. Все, все, спасибо. Работы, как будет нести, они перемерзли. А я на машине, да. Вот здесь вот имеется свой частный сектор с очень хорошими домами. Ну, люди хотят красиво жить. Да, кто хочет хорошо жить, да, тот будет. Тот старается и делает для этого. Да, вот как Татьяна сказала правильно. Кто хочет, тот добьется. И хозяйство можно держать также и в городе. Пусть небольшое, но можно. Конечно, у нас в городе очень много частного сектора. У нас старый город. Поэтому сектора частного очень много. Сейчас и квартиры расстроились. А еще, друзья, в 1932 году у нас будет тысячелетие города нашего. Города Курска. Да. Надеемся, что мы будем живы, здоровы. Мы все вам тоже покажем. Конечно, это далеко будет, но все равно. Да, все равно, да, да, бегут. Быстро, да, все это. Что-то 9 лет осталось. Это ерунда. Встреча прошла. Плодотворно, можно сказать, замечательно, отлично. Знаете, мы уже не раз встречаемся не только с Татьяной, но и с другими подписчиками. Иногда мы снимаем, иногда, ну, не удается нам это заснять, ну, по разным причинам. Но все равно, друзья, встречайтесь со всеми, делитесь, общайтесь. Да все, что можно делать, не стесняйтесь. Как говорится, люди к вам тоже потянутся. Всем спасибо большое, кто был с нами, кто посмотрел наш ролик. Всем удачи, здоровья. И до новых встреч на нашем канале всем. Пока-пока. Пока-пока.